Друзья, всем привет! У меня вчера случился один казус с полицией. Ну, думаю, расскажу вам все поподробнее. Значит, вчера вечером, где-то в часов 8 вечера, я стал в Калейку на границе Польша-Украина. Переход Дорохуск-Ягоди. Значит, стал в Калейку, двигался в ней 6 часов, пока у меня не закончилось общее время. Впереди стояли ребята. Я с ними договорился, что я стану на паузу. Обменялись мы номерами телефонов. Позвоню, чтобы они меня упустили обратно. Ребята говорят, все, без проблем. Значит, стою. Никого не трогаю. Лег спать. Повесил жилетку. Стал так, чтобы кабину завернуть, чтобы был свободный проезд, и зеркало заложил. Проходит где-то полтора часа, слышу такой сильный стук в дверь. Открываю, смотрю, все мигает синим цветом, цвет настроения синий, скажем так. Опускаю стекло, стоит полицейский и говорит: «Что ты тут стоишь? Почему ты здесь стоишь?» Я ему достаю планшет, показываю, что у меня идет пауза, полтора часа я стою, мне еще нужно до девятки достоять. Они говорят: «Нельзя, 300 злотых». Я говорю: «В смысле? 300 злотых и стой, или же едь на паркинг?» Я говорю: «Как же, у меня пауза». А он мне говорит: 400. Опа, я здесь понял, что чем дальше буду с ним говорить, тем больше будет цена стоянки. Вот, значит, спрашиваю: «А где паркинг?» Он показывает: «Едь там, там найдешь паркинг». Ладно. Думаю, что дальше уже будет опять, если что, буду говорить, еще выше поднимать цену. Значит, смотрит на меня так, в упор, вот так, таким сердитым взглядом, как будто я ему что-то там должен. Но я смотрю, надо что-то делать. Короче, что я делаю? Беру, завожу мотор. И он тогда успокоился, сел в машину и поехал до следующего. Там через одну машину опять стояла машина на паузу. Спрашиваю у ребят по рации, где можно остановиться. Они мне сказали, я приехал на это место, вот этот паркинг. Здесь ночью было больше машин, у меня еще где-то полтора часа будет пауза до окончания. Ну, фиг с ним. Конечно, неприятный такой момент. Это само отношение, то есть я ничего же ему не сделал. Я же опустил стекло, и он сразу же давай орать там. Что тут стоишь, 300 злотых и тому подобное. Ничего, забудем, слава богу, такой вот день светлый. Переживу. Короче, еще что у меня было. Проблемка. Сломалась машина. Дело в тормозах. Стал я в Калейку там. Где-то час продвигались мы. И вот после очередной продвижки я остановился, поставил наручник, слышу воздух, уходит. И сразу же ошибка на дисплее компьютера выскочила, что большой расход воздуха и нету давления. То есть уже опустилось до 3 атмосфер. Вышел. Короче, проблема какая? Вот там вот, как это, вот не знаю, как называется эта деталь, потому что здесь у меня вот энергоаккумуляторы, а там другая система. Туда идет, короче, одна только трубка. Ну, думаю, сейчас буду я ее глушить, потому что я еще этих остальных 5 часов продвигался способом, продвинулся, заглушил машину, поставил машину на передачу и ручник не зажимал. То есть ручник, и когда нажимают тормоза, воздух уходит.
Вот, думаю, дальше там будет уже подъем, как говорится, на мост. Это уже там не буду я уже ставить на передачу. По-любому нужно что-то делать. Ну вот, что-то сейчас буду делать. Что еще плохо, поломок, слава богу, у меня уже давно не было. У меня просто даже нет с собой робы, рабочей одежды. Сейчас надену что-то такое, что уже на стирку надо. Вот, наверное, в этой кофте полезу, да. Штаны надену какие-то. Буду исправлять. Ну, в общем-то, короче, забрался я под прицеп. Будем откручивать вон ту трубочку. Откручу и пережму. Так и доедем до сервиса. Конечно, грязновато тут, но и с улицы тоже машина грязновата. Что там? Амортизаторы новые не потекли. Ну и песочек здесь. Как сейчас откручу, чувствую, весь буду в песке. Побрился и скупался в душ. Душ здесь стоит 10 злотых. Нормальный, теплый, чистый. Все, машина уже, скажем так, отремонтирована. Я, сами видели, зажал эту трубку. Сейчас, что я хочу сделать. Есть у меня одни наклеечки на двери машины. И я вот думаю сейчас их наклеить. Еще зимой я их прикупил. Они вот сюда вот клеятся. Пришло время. Как раз есть время, вот и наклеим. Кстати, где я их взял в магазине, оставлю вам ссылочку. Тирбро называется. Ну и потом уже надо будет, точно не сейчас, заняться вот бампером. Замечание я уже как бы получил на предыдущее видео, что некрасиво. Да, самому неприятно. Но я ждал, пока зима окончится. Я, кажется, уже в каком-то видео объяснял, в чем причина. Ну вот как-то так. Наклеил с этой стороны. И вот с этой стороны. Клеил я таким способом. Сейчас температура где-то градусов 9-10. Оно было вот на такой вот бумаге. Значит, я взял и включил на максимальный режим автономку. И задней части приложил к автономке, чтобы она нагрелась. И вот теплым сразу же приклеил. Ну, я думаю, хорошо. Приклеилась, не отстанет. Приятно, когда что-то новенькое на машину подцепишь. Пускай даже и не на свою. Итак, друзья, рейс я уже закончил, границу перешел. Не снимал дальше. Не снимал дальше, потому что не было настроения. Почему не было настроения, сейчас постараюсь объяснить. Помните, я рассказывал, что я встал в колейку, включил аварийку, чтобы было видно, что из меня начинается край этой самой колейки. В ту же минуту подошел парень, который стоял впереди меня, и спросил, ну, не то что спросил, ну, сказал, что не против, если
Там через час-два подъедет коллега и заедет. Кажу, да, ты предупредил без проблем. Где-то через минут 10-15 я вышел к нему, тоже предупредить. Договорились, что когда у меня вот закончится время, у меня еще было 6 часов работы, я стану на паузу, обменяемся номерами телефонов. Потом, если что, поменяемся, я выйду, заеду обратно. Вы там станете на паузу, тогда, само собой, я обратно вас пущу. Ну так всегда идет, всегда так все работают. Потому что если бы так не было, то все бы ездили через границу с Украины, Польши с нарушением режима труда и отдыха. Да, некоторые ездят, кому-то это позволяет там режим. Или когда колейка небольшая. Ну, когда вы едете куда-то дальше, например, вот во Францию, там в Германию, ну, Германия еще как-то адекватно к этому относится, но вот Франция это, например, не понимает. У них уже нету границы между Германией, там, значит, они уже не понимают, что такое колейка и что она может быть несколько суток. Ну, дело в чем? Вот помните, я же у меня уже меня уже полиция согнала. Я стоял на паркинге. Когда у меня кончилась девятка, я отремонтировал машину. Ну, как бы отремонтировал. И звоню после окончания паузы. Ну, что, как там, можно ехать? Он мне говорит, что они еще на паузе. То есть они стали на паузу. Ну, ладно. Говорю, сколько еще времени? 4 часа. Понял, хорошо. Через 4 часа звоню. Слышу, уже что-то голос поменялся, и он мне говорит, что сложно тут нас выпускают, что там и так мы выезжаем через одну машину, а их уже 3 машины было вместе. Говорю, ну так выйдешь, когда ты, я так понял, что он уже был аж третьим, то есть не первым, а третьим, позвонишь, я выеду. Хорошо. Звоню через 2 часа, ну что там? Нет, еще не выехал. Ну ладно, звоню еще через 2 часа. Говорю, ну что там, как там? Ну тут еще рано выезжать, едем уже еще рано. Хорошо, типа, понял. Я здесь, говорю, на паркинге, если что, я сразу же вот и поехал. Хорошо, смотрю. У меня уже идет паузы. Короче, если точно, 16 часов 58 минут. Я стою на одном месте. Говорят, мне же ребята сказали, что, вернее, один парень сказал, что мы тебе позвоним, ты заедешь. Я так понял, что будто бы зря не стоял. Я за то время еще со своими пацанами, там, коллегами пообщался. Они тоже пересекали границу, но они скоропортом. А так как у меня через колейку, так просто по телефоне общались, что вот он, я проезжаю. И в шутку мне говорит: смотри, чтоб тебя там не надули и ты не остался. Как в воду глядел. Короче, через этих 16 часов 58 минут я опять звоню, уже потемнело. Говорю, ну чё там, как там? Ответ. Ой, там Харьковский не впускает. Иди, едь туда, откуда съезжал, и там договаривайся. Говорю, в смысле? Ну там не упускает. Ну как не упускает? Это такое понятие. Ну как он может не упускать, если я был в колейке? Я ему говорю, ты, когда будет карман, я приеду, и я ему покажу, у меня есть доказательства, что я не какой-то там, что с конца колейки такой умный, въехал в колейку. Говорю, у меня же есть шайба с сорванной паузой, с описанием, почему сорвал. Есть квитанция, чек об оплате стоянки. То есть я все время был здесь, но как бы не был в колейке. Ну, сейчас пойду узнаю. Через 5 минут звонит. Кстати, я еще не говорил, что первый раз, когда звонил, то с третьего раза взял трубку, второй раз где-то с пятого, а третий или четвертый уже раз, я еще запомнил, 8 раз я набирал, и на 8-й раз взял он трубку. И говорит, нет, не впускает, все психует. Ну как так?
Говорю, типа, возьми, встань на мое место. Если бы ты здесь был, я бы там тебе вот такое сказал, он тебя не выпускает. Что такое? Ну, ничем не могу помочь, извини. Я говорю, ну все, ладно, давай. С такой, короче, иронией. И думаю, если даже въезжать туда, где я был, а это 16 часов, я уже вот должен был двигаться в Калеке, как я там должен объяснить, что я 16 часов назад с того места съехал? Ну, Калейка же двигалась, там уже совсем другие люди. Решаю, так думаю, значит, еду я, короче, на выезд из перекресток, где поворачивает на Дарахуск, ну, местные знают. Стою там на аварийке и в рацию говорю: ребята, такая ситуация. Стоял с парнями, они сказали, что не могут запустить, потому что их там Харьковский не разрешает. Я отстоял больше 16 часов, есть у меня доказательства, есть у меня шайба с описанием, есть у меня квитанция, я не знаю, что делать, что посоветовать. Один раз промолчали, все, тишина. Думаю, ну все, сейчас уже вариант такой, чтобы ехать уже в конец Калейки, это понимаете, минус 16, там, даже 17 часов. Я пробую еще раз, говорю, вот так и так. Стоял, полиция согнала, и не знаю, что делать. И тут один говорит: да-да, помню, было вчера такое. Вот, и ты попал под это? Говорю, да, у меня есть шайба, не сорвал бы я сам себе эту паузу. Ладно, говорит, давай, заезжай ко мне. И там, когда была продвижка, я еще стоял на перекрестке с аварийкой, ну, перед перекрестком. И была продвижка, он меня запустил, он еще пришел, пообщался, я ему всю ситуацию рассказал, показал, в рацию рассказал, что я там написал. Говорят, там целое стихотворение получилось, все посмеялись. Ну и говорят мне, там уже даже не один собрались вокруг меня, что больше всего... Ситуация, скажем так, была такая, что там этот парень, видно, запустил не одну машину. Ну, вот так вот, своих ребят, даже, не, может, там меня предупредил, что одна заедет, а походу заехала не одна. Ну, потому что, не может быть такого, что этот, как они говорят, Харьковский их им не разрешил впустить тот, кто уже стоял в Калейке. Ну вот, из этой вот ситуации я уже хожу 4 дня, оно мне с головы не вылазит, получается. А если бы я не дозвонился, и я бы дальше стоял, ждал бы там 20-25 часов, пока мне позвонят. А если бы вообще не позвонили, и я бы дальше стоял как дурачок, то есть я... Сделал девятку, я уже спокойно мог выехать. Как я думаю, правильнее было бы, если бы у меня вот уже вышла пауза 9 часов. Я позвонил, он мне сказал, что 4 часа ему еще осталось. Он бы сказал, вот сейчас будет карман, я иду сзаду, скажу, что вот мы едем как бы вместе, договорились, что вот ты паузу отстоишь и заедешь. Я бы заехал после своих 9. Они бы достояли своих 4. И тот момент, ну, то расстояние, куда бы я доехал, я бы их впустил на свое место. Вот тогда придерживаюсь этому варианту, что там, видно, они своих ребят позапускали. И вот в этом видео я хочу сказать, ребята, те, кто... Мало того, что это еще ж подписчик оказался, я думаю, там он увидит это видео. И подумай, что на моем месте можешь потом когда-то оказаться и ты. Это хорошо, что ребята, которые меня упустили,
Уже потом, когда я по рации им рассказал все, и они поняли эту ситуацию, что я не лгу. Вот. И я просто стал в колейку где-то за 1,5 или 2 километра до границы. Может быть, даже я их и впереди их оказался. Но это так вот получилось. А если бы не поверили, мне бы пришлось ехать на конец колейки. Я бы уже сколько времени простоял, я даже не знаю. Там 1,5 сутки получается границы. И вот 17 плюс еще 1,5, когда бы я выгрузился. И что бы я говорил бы там на тем, кому груз везу, почему задержался. Вот так вот. Ну что ж, ребята, все, у меня пока все. Начинается у меня ремонт. Думаю, небольшим анонсом скажу, что намечается рейс во Францию. До этого нужно подготовить машину. Думаю, часть поснимаю, как я ее подготавливаю. Все, всем пока.